друзья, первая съемка у меня на новую камеру. Не знаю, как пишет, не знаю, что будет за качество. Первый раз распечатал, первый раз снимаю на нее. Вот очень сильно мне хотелось попробовать на новую камеру записать какой-нибудь ролик. Пока не работаю, ну вот решил какой-нибудь маленький ролик проехаться, заснять. Просто на эту камеру посмотреть, как она будет снимать, какое будет у нее качество. В принципе, все мои подписчики, кто за мной наблюдает, видели, да, я рассказывал, что я купил себе камеру Sony X3000. Все писали, за сколько ты ее купил, за сколько ты ее купил. Друзья, камера мне обошлась, камеру купил, флешку купил, ну и держатель для камеры. Сама камера 38, плюс маленькие такие аксессуарчики, плюс флешка, ну короче 40 тысяч. Все, в общем, я отдал 40 тысяч за камеру. Я рад, конечно, камера мне очень понравилась, ей пока нет у нее конкурента. Ну, вроде бы на пятке там наступает уже GoPro-шка 7, 5, 6 пока курит нервно в сторонке, но вот 7 GoPro-шка, я думаю, скоро Соньку догонит. Но пока именно из вот этих маленьких камер, именно из вот этих, я не знаю, компактных таких, которые вот прям в кармашек куда угодно, раз ее сюда засунул, как бы в кармашек и пошел. Пока Сонька для меня самая-самая такая, которая мне больше понравилась. Прогреваем, друзья, машинку. Видите, да? Парит на улице. На улице, друзья, у нас холодновато, минус 9. Не знаю, что получится, но мне удобно снимать на нее. Как это будет, друзья, выглядеть? Примерно так вот. Это будет выглядеть. Это будет выглядеть как-то так. Честно, мне нравится. Она такая прям, прям огонь. Будет, друзья, маленький у нас тест камеры сегодня. Просто хочу понимать, как ей вообще пользоваться, разобраться этой камерой, чтобы потом не было у меня каких-то вопросов с ней. Хочу просто сейчас протестить ее сразу, чтобы можно было потом уже пользоваться уверенно. Можно было, чтобы выехать на работу, снимать ролики, пилить, по-быстрому монтировать, чтобы это долгого времени у меня не занимало. Чтобы я это все быстро-быстро делал. Видите, как у нас тут проблем бывает. Еще выехать не всегда получается. Так, ага, соляр сюда поворачивает. А куда нам деваться? Приор туда проходит, солярис ко мне. А я куда? Я вперед чуть-чуть дал, наверное, сюда. Да, короче, тут не разъедешься, придется за приора ехать. Бывает так. Очень узко здесь, и на проезжей части ставят машины, не разъехаться. Плюс еще не чистят, как вы видите, дорогу у нас как-то прям с чисткой очень проблематично. Есть еще такой кошель проект в Самаре, я не знаю, как в Самаре, но у нас чистить не хотят. Чистят, но очень редко. Здесь есть через центральный такой проезд, сейчас мы проедем, да и тут тоже машины идут. Ну, тут нам быстрее выехать получится, чем там. Короче, друзья, прокачусь просто, сейчас поснимаю на нее, сделаю тестик маленький, вы посмотрите, оцените качество, как она вообще пишет, нормально, нет, понравится вам, не понравится. Поставил вам, честно скажу, не в самом топовом качестве, поставил среднее, чтобы попробовать. Потому что я не знаю, как просто ей еще пользоваться. Я, наверное, пару дней читал инструкцию. Я просто дома ладил, пробовал дома как-то там что-то с ней наладиться. Как-то подружиться с камерой. Ну, сейчас проедемся, поснимаем дом, посмотрим, как это у нас все дело получится. Но с ней, конечно, будет поудобнее, чем с телефоном. Это однозначно. В таком, друзья, я райончике живу. Как вы видите, прекрасный у нас такой райончик есть. Детки у нас тут на горке катаются.
Смотрите, какая, да? Шевролюха. Прикольно. Я даже знаю, чья она. Просто пленка обтянута. Красивая такая пленочка. Здесь, видите, тоже ничего не чистит. Машина подзанесла. Да я думаю, не только это у нас. Я думаю, это много. Где бардак такой? Тяжело, видите, как разъезжаться машина. Хотя здесь, как вы видите, очень хорошая проезжая часть занята снегом. Ну, скорее всего, еще не чистят. Знаете почему, друзья? Потому что машины ставят, когда трактор даже, наверное, там или снегоуборочная техника проходит, а машины просто мешают. И они не чистят. Приезжал, друзья, водички набирал. Галуночка у нас. Поселок здесь недалеко есть. Здесь живу. Я воду набираю из колонки. Воду не пью из-под крана, потому что у нас очень плохая вода. Приезжаю, набираю канистры 5-литровые, штучек 5. И все, и мы пьем воду такую вот нормальную из поселка. Друзья, я никуда не пропал. Отвечу так на пару вам вопросиков. Дело в том, что новогодние праздники, все же люди отдыхают, никто не работает, никакие карьеры. Не, ну может быть карьеры работают, но выгрузки в основном не работают. Поэтому мы сидим пока дома до 9 числа. С 9 начнем работать. Поэтому никуда не пропал, все отдыхают, все кайфуют. На данный момент я еду на работу. Хочу поехать посмотреть, узнать, разузнать, что, когда на работу, когда выходим. А, по поводу Пафика, как писали, как Пафик съездил, да, как там, как я съездил там к себе на родину. Накатал я туда, спрашивали по километражу, сколько я проехал. Ну, отсюда я до туда доехал, у меня вышло где-то 1500. Назад я сюда приехал, у меня вышло 1000 где-то. 700-1800. Ну, так как я через Волгоград поехал, потом на Москву. Ну, где-то на 250 километров чуть побольше вышло. По расходу, ну, по трассе он сейчас вот показывает 10,4 расход у меня. Ну, так как я по городу сейчас катался, я вчера катался, я приехал позавчера ночью. По городу у меня он 10-11 литров показывает. По трассе 9 литров. Вот всю трассу я ехал, когда к себе домой ехал. Показывал всю трассу 9, 9.1, 9.2. Ну, а опять же, от манеры езды зависит. Ну, я больше 120 не ехал. Ехал 100, 110. Ну, на обгоне где-то там 120. Это по платной дороге. Вот платная дорога у нас, Киевское шоссе. Поедем сейчас на работу, узнаем, спросим, когда на работу, что, как. Короче, разузнаем, поедем, все. Ну, заодно потестим камеру. Друзья, строго не судить. Первый раз на нее снимаю. Может быть, что-то там угол обзора неправильно выставил. Я не знаю, как она снимает. Обязательно все выставим. Потом посмотрю, что как там она поснимала. Ну и поднастроим ее. Все будет четко. Добрался я вроде бы, друзья, до базы. Но. Машин нету. Не видно их здесь. Нет наших самосвалов. А это значит, они здесь больше не базируются. Здесь стояли наши самосвальчики. Их нету. Один еще стоит. ДАФ наш стоит. А больше нет никого. А это значит, друзья, мы больше здесь не базируемся, больше не стоим туда. Теперь наша будет база в другом месте, машины здесь больше стоять не будут, поэтому больше меня здесь не выглядывайте, не ищите, я там больше стоять не буду.
стоят наши красавцы. Замок. Поцеловали ворота, можно уезжать. Короче, все закрыто здесь, никого здесь нет. Только один сторож, и то он меня не пускает. Сказал, сюда не заходить без начальства, он меня не знает. Может, первый раз только сюда, друзья, переехали. Короче, такие, друзья, дела. Все отдыхают, все спят, и наши красавцы тоже отдыхают. Поэтому, друзья, вот такие вот дела. Все отдыхают. Всех вас с Рождеством, с Новым годом. У всех еще праздники идут. Все еще кайфуют, отдыхают. Поэтому не одни мы отдыхаем, не одни мы стоим. Надеюсь, скоро уже поедем работать. Соскучился по работе. Самое главное, наши красавцы стоят, я их проверил. Некоторые там пишут, наверное, все работают, а ты, Толян, один кайфуешь. Да нет, я не один кайфую, мы все вместе стоим. У всех праздники, у всех выходные. Не только у нас, но и на выгрузках, и на некоторых карьерах. Все люди отдыхают, всех новогодние праздники до 9 числа. Поэтому у вас тоже со всеми праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Скоро старый Новый год будет. Поэтому, друзья, такие дела. На данный момент сейчас еду здесь неподалеку. У меня друзья работают, где раньше я работал. Они мне все зовут, приезжай. Вот поеду к ним съезжу. Там я работал на КамАЗе, на МАЗе. Вот если они сейчас там есть, я их сейчас засниму. Поеду с друзьями поздороваюсь, с кем я там работал. Ну, вот, короче, держу путь к ним. Поедем, проведуем старую работенку. Так сказать. Ну вот, друзья, подъезжаем на то место, где ребята работают. Я вот вижу свой мазик, вот видите, если присмотреться прямо-прямо, МАЗ выехал с оранжевой кабины, вот это мой МАЗ был. Я на этом МАЗе отработал, блин, долго на нем работал. Они здесь что-то строят, ферму что ли какую-то, или какая-то стройка идет. Они, короче, на почасовой тут катаются. Легенда моя ползет. На этом КамАЗе, друзья, я работал очень долгое время. Это мелкий вот так покрасил, да, морду или нет? Никуда не спешит. У Юры? Маленький, как тебе моя легенда? Моя. Я все лето на нем херачил. Не вчера подъехал, у них есть. Человек говорит, загорелся. Я как раз когда уходил, вот эти новые вездеходы только купили, да? Вообще песня. Да, новые КамАЗики эти, конечно, хороши. Сидит головой, машет, танцует, наверное. Под музыку. Нет, Сашка. Это рыжий, что ли? Знаешь? Он аж остановился, нахуй. Здорово, дядя Саша. Да, я с ним долгое время работал. Сашка? Да, да, Саня такой, чувак, прикольный. А ты его? А он же этого на китайца работал, на Фафе, на синем у Тёмыча. Я на Хове работал, у Миши, а он на Фаве.
Ну, смотри, там YouTube не выложен, нахуй. Ну, я поснимаю так вот своих... Хуй, она в дыбы встает, блядь. Примерзает, да, глина? Тяжело, да, слазить? Да, ну. Еще разок. Мерзнет. Прокатился, друзья, вот на таком шикарном аппарате Липхер. Темно, правда, ничего уже не поснимаешь. Плохо видно. Ну так, хоть чуть-чуть засниму. Хотел в кабине поснимать, уже темно. Ничего не видно. Тоже мой хороший знакомый, с ним раньше работали. На китайцах. Вот, я приехал. Встретились, фиг его знает где. Рад был меня повидать. Он примерзает тоже вся эта параша. Быстро, конечно, поднимает, быстро опускает. Давай, Сань! В Ютубе увидимся! Давай, братулет! Сочлененный, называется сочлененный самосвал. Здесь одни кразы, Уралы. А вот мой, бля, как здесь скользко, карифан. Стоит санчел на мазе. На таком мазе вот я только на оранжевом работал. Видите, как у ребят работа прет. Вот, друзья, как настоящий водитель ездит, видите? Коврички, в шерстяных носочках, с ковролинчиком. Видите, какой аккуратненький. О, все по-человечески сделано. Все как у людей. Правда, панель Сань тут разобрал, говорит, печка у него потекла. А это антифриз стек, да, Сань? Да. Херачу. Печку поменяли, печку сделали. Сейчас все назад соберет. Будет огонь. Новая мазовская панель. А как, Сань, называется этот МАЗ? МАЗ 65, что-то, 6501Б, да, что-то, БА1, что-то такое, бля. Бля, мне здесь панель нравится, наверное, такая шикарная, бля. Здесь, да? Так. МАЗ, а, вот, МАЗ 6501В9. В9. Огонь, а сколько в нем кобыл? Так, 16-й год. 410 кобыл в нем, друзья. Светить не буду. Документы. Машина чужая. Короче, 410 кобыл в нем. Мотор здесь Рено. Здесь единственный минус вот этот, да, Сань? То, что белая, да, тряпка. Тряпка, да. Вот поэтому клеенку, ну она, конечно, со временем. Машина 16-го года. За 2 года клёнка порвалась, но вот эта вот белая ткань, она пачкается, и, думаю, тяжело просто отстирать, блядь. Вот я когда работал на мазе, на том, на оранжевом, такая же хуйня была, все тяжело как бы отстирывалось дело. Вот, видите, она такая белая. Приятно, конечно, базара нет, красивая. Вот если ходить по трассе на тягаче, нормально. Да, классно. Если бы двери вот такие были бы, ну вот, в принципе, как панель, черная, будут ништяк. А вот это белое быстро все пачкается. Тем более на самосвалах работают люди. Все быстро пачкается. Но, как вы видите, даже здесь у Сани, видите, коврик какой. Чтобы не пачкать, мы его сюда приподняли. Шикардос.